когда вот эти, не скоро будет этот тест, который, помнишь, мне эти наклейки предъявляли, а другой будет с маской? Сегодня 16 декабря. С Никиткой приехали в Шрайнес. Это такой госпиталь. Большой, красивый. Здесь несколько этажей. Вот мы поднялись с первого этажа. Внизу первый этаж, холл. Это госпиталь, где делают операции детям, различные на ноги, суставы, спины выпрямляют, исправляют. Тут 4 этажа. Пойдем отметимся. Потом посмотрим, какой тут госпиталь красивый. Наклеечку, да, на один, ну, браслет на руку, считай, что мое имя, да. Наверное. Так, иди. О, какая лошадка. Никит, сюда иди. Никита. О, вот какой домик красивый. Где? Тут встань. Это карусель, как в даунтауне, крутится карусель. Когда к ней подходишь, она начинает крутиться. Потом через время она отключается. Вот сюда подходишь? Да, именно туда? Никуда не нажимаешь, подходишь, она реагирует. А вот еще, смотри, какая лошадка. Ну, я когда был маленький, она качалась. И сейчас можешь. Сможешь залезть или нет? Что детям весело в госпитале. Делают экс-рей Никите. Помогает. Как правильно встать, чтобы получился снимок хороший. Держишься, вот эту руку хорошо держишься тоже. Возьми, чтобы обоими руками держаться. Поближе немножко поставь. Чуть-чуть вперед. Отлично. Теперь ровно встань, чтобы ножки ровно были. Как можно ровнее ножку, чтобы она на полу была. Держись, чтобы не упал. Okay. So we should be done. I just need to see how we did. Мы закончили. Сейчас я перепроверю, как получилось. Соединенных Штатов. Нет. Да. Никуда Никит не выезжал, да? Ты? Хотел выехать. Так, хотел сказать. And you just had an X-ray today, is that right? Сегодня рентген у тебя был, правильно? Yes. All right. Did you bring any shorts to put on today? У тебя шорты, ты не принес с собой никакие шорты, чтобы одеть? Нет, нет. No. No? Okay, I'm gonna go grab a pair of shorts so you can put on. Я шорты тогда сейчас принесу, чтобы он мог одеть, доктору будет лучше ноги видно. Okay, I'll be back in just a minute. Через минутку подойду. Придется штаны снимать. Ну что делать? Придется штаны снимать? Здравствуйте, это мы. Это наш переводчик. You think these will fit you? Are those too small? Эти шорты подойдут или это сильно маленькие? They look like the... Give them a try. Нормальные. They look like they'll fit. Они должны подойти. Хочешь давление померить? Мама. Мама наша ютубит. Какие картинки. Интересно. Все, пошли.